Вон там вдалеке, вот там, вдалеке стоит девичья башня. Была построена одним из правителем, значит, для своей дочери. Гадалка нагадала, ну это притча такая, гадалка нагадала, что дочь умрет от укуса змеи. Поэтому посреди моря была построена башня. Но девочка все равно умерла от укуса змеи, маленькая султанша, потому что змею принесли вместе с фруктами в одной корзине. Вот она. И вот к той башне ездят только катеры. Она, видите, она в такой в недоступности. Это экскурсионный такой объект. Боже, я обалдею от Стамбула. Просто обалдею. Мне нравится здесь все.